Всем привет, вы на канале MyGadget. И сегодня мы расскажем про 5 лучших компактных шуруповертов до 15 тысяч рублей, с которыми не придется тратить все выходные на сборку мебели или на то, чтобы повесить полку в ванной. Но перед тем, как начать, расскажем о критериях выбора. Первое – компактность. Все шуруповерты из рейтинга помогут с ремонтом там, куда не получится подлезть обычной отверткой. Второе – у всех моделей в топе есть быстрозажимной патрон, чтобы вам не пришлось тратить много времени и сил на замену сверл и бит. И третье – два аккумулятора в комплекте, чтобы вам не пришлось останавливаться на полпути в сборке шкафа и ждать, пока зарядится шуруповерт. С критериями разобрались, ну а теперь переходим к обзору. И открывает наш рейтинг Zuber DL12122F. Цена на момент записи ролика 9100 рублей. Начинаем обзор с отечественной модели с единой аккумуляторной системой для работы множества инструментов. Технические характеристики на экране. Модель с щеточным двигателем. Такой мотор хоть и уступает бесщеточным в производительности, но менее прихотливый в обслуживании. Однако при длительной работе щеточный двигатель сильно нагревается, поэтому иногда придется делать перерывы. У шуруповерта высокий крутящий момент 40 ньютон-метров. Этого достаточно для работы с деревом и с металлом. Работает модель на двух скоростях. Первая 400 оборотов в минуту подойдет для закручивания шурупов. Второй на 1350 оборотов в минуту будет достаточно для сверления. Чтобы плавно настроить крутящий момент, на муфте есть 18 ступеней регулировки плюс режим сверления. Максимальный диаметр сверления в дереве 22 мм, а в металле 10. Есть защита двигателя от перегрузки. Патрон быстрозажимной, и с учетом блокировки шпинделя будет легко менять оснастку одной рукой. Шуруповерт удобно держать в руке. Есть противоскользящая накладка на ручке. Также для комфортной сборки или разборки мебели в условиях плохой освещенности есть яркая подсветка рабочей зоны. У шуруповерта есть два аккумулятора на 2 ампер-часа каждый и 12-вольтовая аккумуляторная платформа Max Lithium Pro, которая подходит для большинства инструментов Zuber. Заряжается аккумулятор с 0 до 100% за час. Индикации остаточного заряда на корпусе нет. В комплекте есть кейс для хранения с отсеком для бит и надежными защелками. Также производитель положил биту на 50 мм. Остальную оснастку нужно покупать отдельно. Также в комплекте есть яркий фонарь для поиска упавших саморезов или работ в местах с низким освещением, например, на чердаке. Гарантия на шуруповерт расширенная – 5 лет. С техническими характеристиками закончили, но теперь переходим к плюсам и минусам модели. Плюсы. Высокий крутящий момент, 18 ступеней регулировки крутящего момента, 2 аккумулятора, бита на 50 мм и фонарь в комплекте, кейс для хранения и гарантия 5 лет. Минусы. Щеточный двигатель, нет индикации заряда на корпусе и нет оснастки в комплекте. Zuber DL12122F шуруповерт с неплохой комплектацией и высоким крутящим моментом. Но щеточный двигатель не дал модели подняться выше 5 места. Ссылки на все модели из рейтинга оставим в описании, но мы переходим к следующему претенденту. Четвертое место занимает Bosch EasyDrill 1200. Цена на момент записи ролика 7500 рублей. Шуруповерт от культовой компании Bosch, качество продукции которой проверено не одним поколением пользователей. Модель подойдет не только для решения бытовых домашних задач, но и в качестве профессионального инструмента. Технические характеристики на экране. Двигатель, как и у предыдущей модели, щеточный. Простота и долговечность – его главные преимущества. На моменте износа щеток останавливаться не буду. Стоят они недорого, и заменить их можно самостоятельно, просто посмотрев инструкцию на ютубе. Максимальный крутящий момент отстает от зубра – 30 ньютон-метров. Но этого с запасом хватит и для сборки мебели, и для мелкого ремонта. Работает шуруповерт на одной из двух скоростей, 400 оборотов в минуту хватит для закручивания шурупов, а 1500 оборотов для сверления. На муфте есть 20 ступеней регулировки крутящего момента и отдельный режим для сверления. Что касается сверления, то максимальный диаметр в дереве 20 мм, а в металле 8. Этого хватит для большинства базовых задач, сможете сделать и углубление под петли, и отверстия для дюбелей. Патрон, как и у предыдущей модели, быстро зажимной. Блокировка шпинделя также на месте, сможете менять оснастку даже одной рукой. Чтобы работать можно было при любом освещении, у шуруповерта есть яркая подсветка рабочей зоны.
Аккумулятор у модели на 1,5 ампер-часа, запасной есть в комплекте. Индикации остаточного заряда на корпусе нет. На полную зарядку уйдет 3 часа. Имейте это в виду, если собираетесь пользоваться шуруповертом много и часто. И не забывайте сразу ставить на зарядку аккумуляторы. Также в комплекте есть кейс для хранения и минимальный набор оснастки 5 бит и 7 сверл. Так что пользоваться шуруповертом можно сразу из коробки. Стандартная гарантия на инструмент 2 года. Если зарегистрировать шуруповерт на официальном сайте в течение месяца после покупки, то получите расширенную гарантию на 3 года. С техническими характеристиками закончили, ну а теперь переходим к плюсам и минусам модели. Плюсы. 20 ступеней регулировки крутящего момента, 2 аккумулятора, набор бит и сверл в комплекте, кейс для хранения и можно продлить гарантию при регистрации на официальном сайте. Минусы. Щеточный двигатель, долгая зарядка и нет индикации заряда на корпусе. Bosch EasyDrill 1200 – это надежный шуруповерт, который справится со сборкой шкафов, стульев и другой мебели, а также просверлит отверстия под полочку или вешалку. Но из-за щеточного двигателя и долгой зарядки модель не смогла попасть в тройку лидеров. Ссылку на модель оставляем в описании и переходим к тройке финалистов. Бронзу забирает Interskull Combi Max DA10x12V. Цена на момент записи ролика 9300 рублей. Открывает тройку топа отечественный шуруповерт с дополнительными насадками для удобной работы в углах. Технические характеристики у вас на экране. И это первая модель в рейтинге с бесщеточным двигателем. Шуруповерты с таким типом двигателя производительнее щеточных аналогов, наиболее устойчивы к износу и меньше нагреваются во время работы. Скоростей, как и у предыдущей модели, две. На первой шуруповерт выдает до 420 оборотов в минуту. Этого достаточно для закручивания саморезов, винтов и других видов крепежей. Максимальное количество оборотов на второй скорости 1500, их будет достаточно для сверления. И пару слов о максимальных диаметрах сверления. В дерево вы сможете загнать 26-мм сверло, в металл войдет до 10 мм. Есть подсветка рабочей зоны, поэтому вы будете четко видеть отмеченную точку для вкручивания саморезов. Крутящий момент у шуруповерта 36 ньютон-метров. Это универсальное значение. Такая модель подойдет для ремонтных работ в доме и на даче, справится с разными типами крепежей. У модели есть 20 ступеней регулировки крутящего момента и режим сверления на муфте. Патрон, в отличие от предыдущих моделей, не только быстро зажимной, но и быстро съемный, что делает шуруповерт еще более компактным и удобным для работ в труднодоступных местах. Плюсом к этому в комплекте есть 3 дополнительных насадки. Эксцентриковая для работ близко к краям поверхностей, угловая и насадка с механическим зажимом для шестигранных хвостовиков. Что касается аккумулятора, у модели есть 2 литий-ионных батареи на 2 ампер-часа, которые взаимозаменяют друг друга. Полная зарядка одного аккумулятора занимает 1 час. На корпусе шуруповерта есть индикация низкого заряда. Для хранения шуруповерта и комплектующих есть тканевая сумка. Она не защитит механизмы инструмента от падения, поэтому будьте осторожнее при транспортировке. Стандартный срок гарантии на шуруповерт 1 год. Если зарегистрировать покупку через фирменное приложение, то можно увеличить гарантийный срок до 3 лет. С техническими характеристиками закончили, но теперь переходим к плюсам и минусам модели. Плюсы. Бесщеточный двигатель, высокий крутящий момент, 20 ступеней регулировки крутящего момента, быстросъемный патрон, 2 аккумулятора, 3 насадки в комплекте, сумка для хранения и можно увеличить гарантийный срок до 3 лет. Из минусов нет сверл и бит в комплекте. Interskull Combi Max DA10x12V – хорошая рабочая лошадка с бесщеточным двигателем, высоким крутящим моментом и неплохой комплектацией. Но оснастку все равно нужно будет покупать отдельно, и вместо тканевой сумки хотелось бы увидеть пластиковый кейс для хранения. Ну а мы двигаемся дальше и переходим к серебряному призеру топа. Второе место занимает Makita DF033DWUAE. Цена на момент записи ролика 14 900 рублей. Еще один шуруповерт от бренда, которому не нужна реклама. Makita – это синоним качества и долговечности. И эта модель не стала исключением. Технические характеристики на экране. Двигатель, как у большинства моделей в рейтинге, щеточный. Он прост в обслуживании, но может перегреться от долгой работы. Максимальный крутящий момент один из самых низких в рейтинге, но этого все равно достаточно и для того, чтобы собрать кухонный гарнитур, и для того, чтобы повесить зеркало в ванной. На муфте есть 20 ступеней регулировки крутящего момента.
Удобно выбрать оптимальный под каждую задачу, чтобы не сорвать резьбу. Для более комфортной работы у шуруповерта есть яркая подсветка. Сможете проводить ремонтные работы хоть в кладовке, хоть на чердаке без освещения. Плюсом ко всему Makita – один из самых компактных шуруповертов в рейтинге. Пригодится там, куда остальные модели не достанут. Также у шуруповерта есть каба на корпусе, за которую можно подвесить его на ремень, чтобы инструмент всегда был под рукой. У шуруповерта две скорости работы. Первая выдает 450 оборотов в минуту и подойдет для закручивания. Вторая подойдет для сверления и выдает 1700 оборотов. Это максимальное значение в рейтинге. Еще пару слов о максимальных значениях. Наибольший диаметр сверления в дереве – 21 мм, а в металле – 10. В комплекте есть прочный кейс для хранения и два аккумулятора по 2 ампер-часа каждый, чтобы вы могли довести дело до конца, даже если решите собрать и разобрать всю мебель в квартире. Зарядка аккумуляторов с 0 до 100% займет 60-70 минут. Оснастки в комплекте нет, ее придется докупать отдельно. Гарантия у модели стандартная – 1 год. С техническими характеристиками закончили, переходим к плюсам и минусам модели. Плюсы – 20 ступеней регулировки крутящего момента, высокие обороты, 2 аккумулятора и кейс для хранения. Минусы – щеточный двигатель, нет сверл и бит в комплекте. Makita DF033DWUAE – это надежный инструмент, который пригодится и дома, и на даче. А благодаря небольшим размерам он сможет работать в труднодоступных местах. А если вы хотите дополнить свой инструмент, то присмотритесь к набору насадок для шуруповерта Makita. 60 предметов в пластиковом кейсе подойдут для работ как по дереву, так и по металлу. Ссылки оставляем в описании и переходим к победителю топа. И первое место в рейтинге занимает Rokadil Twist 2 Air. Цена на момент записи ролика от 6000 рублей. Шуруповерт с хорошей автономностью, богатой комплектацией и расширенной гарантией. Технические характеристики у вас на экране. Двигатель у модели бесщеточный, дольше работает при высоких нагрузках, чем щеточные аналоги. Максимальный крутящий момент 36 ньютон-метров. Rokadil Twist 2 Air подойдет для работ не только с деревом, но и с металлом и керамической плиткой. Но для серьезных работ с кирпичом модель не подходит. У шуруповерта есть 20 ступеней регулировки крутящего момента. Будет удобно настраивать усилия, чтобы провести работу аккуратно и безопасно, не повредив ремонтируемую поверхность или крепежные элементы. У модели две скорости работы, которые помогут сделать ремонт комфортным. На первой при 400 оборотах в минуту риск перекрутить саморез или сорвать резьбу будет минимальным, а скорость 1400 оборотов в минуту оптимальна для сложных работ с плотными материалами. Шуруповерт просверлит дерево в диаметре до 36 мм, а металл – до 10 мм. Быстро зажимной патрон у Rokadil Twist 2 Air еще и быстро съемный. Без него инструмент становится еще компактнее. Будет удобно работать в условиях ограниченного пространства. В битодержателе есть встроенный магнит для надежной фиксации биты. На корпусе есть индикация заряда. Емкость аккумулятора 2 ампер-часа. На одном заряде модель закрутит до 600-735-мм шурупов. Этого достаточно, чтобы собрать всю мебель в новой квартире, не отвлекаясь на подзарядку аккумулятора. Но если вы разрядите его полностью, сможете заменить на запасной. Аккумулятор заряжается от 0 до 100 за 1,5 часа. Комплектация у модели широкая. В удобной транспортировочной сумке помимо шуруповерта, зарядки и двух аккумуляторов есть 18 бит и 6 сверл в тканевом пенале. Такого комплекта хватит для большинства ремонтных работ не только в квартире, но и в загородном доме. Шуруповерт удобно лежит в руке. Есть противоскользящее резиновое покрытие. Весит модель меньше килограмма. При длительном сверлении это серьезный плюс. Рука не устает. Также для удобства есть подсветка рабочей зоны, если будете сверлить под раковиной или в угловом шкафу. Даже в вечернее время света будет достаточно. Гарантия на модель 5 лет. Это значение выше, чем у большинства аналогов. Чаще всего производители ограничивают гарантийный срок одним или тремя годами. С техническими характеристиками разобрались, но теперь давайте посмотрим на плюсы и минусы модели. Плюсы. Бесщеточный двигатель, высокий крутящий момент, 20 ступеней крутящего момента, быстросъемный патрон, продолжительное время работы на одном заряде, 2 аккумулятора, 18 бит и 6 сверл в комплекте, индикация заряда на корпусе и гарантия 5 лет. Минусы. Не предназначен для работ с кирпичом.
Рокодил Твист 2 Air – это надежный шуруповерт, который подойдет для большинства видов ремонтных работ, поможет быстро собрать мебель и долго продержится на одном заряде. А благодаря полной комплектации начинать работу можно прямо из коробки, не заморачиваясь на поиск и покупку сверл и бит. Наш выпуск подошел к концу. Напоминаем, что ссылки на все модели есть в описании под видео. Будем рады лайку и подписке на наш канал, ведь у нас много интересного контента, в том числе для ремонта. Недавно, например, вышел ролик про лазерные уровни, а еще про влагомеры. Посмотрите их, если интересно. Ну а с вами была команда MyGadget. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!